Волонтеры общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» организовали в поселке совхоза имени Ленина фестиваль рисунков на асфальте. Благодаря большому детскому парку в летнее время поселок является местом притяжения детворы и взрослых не только Ленинского округа, но и Москвы, и всего Подмосковья. Поэтому фестиваль рисования мелом на асфальте решили провести недалеко от входа в парк. Спонсором выступил основной акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрохолдинг «Рота Агро». Родилась идея попробовать провести такую акцию, чтобы у нас дети нарисовали мелками на асфальте. То есть мы заранее подготовили, можно на стенде посмотреть, вот такие вот картиночки, по которым детки могут...